Вместе с учебным годом в Татарстане идет профилактическая операция «Внимание, дети». Первый этап прошел в августе, накануне учебного года. Второй этап в сентябре. В рамках этой операции во всех учебных организациях, учреждениях проводятся мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, по пропаганде безопасности дорожного движения. Но это уже «Внимание, дети 2», так называемый второй этап, первый, обычно, когда детей отпускаем, значит, в конце учебного года, и второй, чтобы обратить внимание общественности, родителей, еще более серьезное внимание на безопасность детей на дорогах. На этот раз акция приятно удивила и водителей, и пешеходов. Отряд юных инспекторов дорожного движения из школы номер 3 законопослушным участникам дорожного движения раздавал за соблюдение правил световозвращающие стикеры. Обязательно надо соблюдать. Обязательно надо уступать. Да и пешеход даже тоже проходит только пешеходным переходом. Для участников дорожного движения это мероприятие стало закреплением и повторением правил дорожного движения. Школьникам еще раз напомнили, что соблюдать правила безопасного поведения на дороге нужно всем. Мы в школе изучаем правила дорожного движения, и это помогает нам правильно вести себя на улице. Начало учебного года по статистике считается одним из самых напряженных моментов в плане детского дорожно-транспортного травматизма. Операция «Внимание, дети» продлится до середины сентября. Начался учебный период. Призываем всех пешеходов, пассажиров, также водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.